Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Светланы Шиманской «Анжелика Маркиза Ангелов». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Жившая поэзия». Это что за откровение? К нам спустилось вдруг с небес. Мы тогда еще не знали, ангел это или бес. Сногсшибательная внешность, а характер просто круг. Овладевает сердце, как огромный. Анжелика наваждение, заставлявшая любить. Анжелика вдохновение, позволявшая творить. Сладострастные надежды, раскрывающие суть. Чтоб душевные одежды на минуту распахнуть. Страстные надежды, раскрывающие суть, чтоб душевные одежды на минуту распахнуть. Муж Жофрей ее лелеял, но вмешалась тут судьба. Заговор беду навеял против мнимого раба. И весь фильм она искала, до Байрака помирала, часто жизнью рисковала, разъезжая тут и там. Сам король ее приметил и пытался хмурить, а султан от злости вредной вознамерился убить. Но любовь сильнее смерти все сметает на пути. И в небесной круговерти фильм судьбы сама крути. Но любовь сильнее смерти все сметает на пути. Круговерти, фильм судьбы сама крути. И в финале все прекрасно. Анжелика и Жофрей поселяются в поместье с кучей маленьких детей. И в финале все прекрасно. Анжелика и Жофрей поселяется в поместье с кучей маленьких детей. Пусть судьба хранит актрису от печали и от бед, а в горести зависнут ей даря прекрасный свет. Пусть судьба хранит актрису от печали и от бед, а все горести зависнут, ей даря прекрасный свет. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Анжелика Маркиза Ангелов. Стихи Светланы Шиманской, музыка исполнения Самуила Фрумовича.